Всем привет! Всем привет! На обзоре томат. Веселый сосед. Посмотрите на урожай. Очень много. Розовенький. Плоды ребристые, розовые. Милана, вот демонстрирует нам этикеточку, покажи. Вот. Веселый сосед от Гавриша. Ну, такая вот фишка. В описании написано, что плоды красные. А на самом деле выросли розовые. Ну вот, и что нам делать? Как с ним обращаться? Ну, как на этикетке, они похожие. Выросли ребристые. И вроде как сфотканы тоже розовые помидоры. Ну а в описании написано красные. Ну, будем считать этот сорт за веселый сосед. Кусты высотой 1,5 метра в открытом грунте. Плоды ребристые, красные. Давай, Милан, какой-то плодик. Давай вот этот. Отрежем, покажем мякоть. Они уже там вон, о, осыпаются, ломаются. Давай еще вот этот большой. Сейчас можно взять. Можно положить ее сюда. Какой, вот давай этот? Вот этот отрежем. Давай обрежем вот это, то, что некрасивое. И вот эти плодики мы сейчас будем вывешивать. О, он растреснулся и надгнил уже. Напоминаю, что мы томаты передерживаем, чтобы были хорошие, переспевшие на семена. Не, отсунь же с весов ту штучку. Включились? 320 грамм. Затянул плодик. Давай посмотрим второй. Что-то укусило за ногу тебя, да? Да, какой-то жучок. 430 грамм. Болит то, что укусило тебя? Mm-mm. Не? Ну, есть пятнышко, да. Что-то укусило. Сейчас потерпишь, пока снимем видео? Mm-hmm. Потом посмотрим. Вот такой вот плод, ребристый, розовый, очень сладкий и вкусный. Вот, посмотрите. Давай один разрежем плодик. Давай вот этот разрежем. Можешь подержать, я разрежу. Не так, не той стороной. Давай. Держи краешек, а я разрежу. Так? Не-не-не, за одну сторону так держи. Покажем мякоть. Он очень сахарный, мясистый. Одна мякоть у нас здесь будет. Ну, он перезревший, поэтому он мягкий. Смотрите, семян очень мало. Он очень, очень такой мягенький. Для транспортировки он будет не очень сочный. Ну, плод я пробовал. Сейчас не буду пробовать. Очень сладкий. Подходит для томатного сока, для салатов. В консервацию целыми они однозначно не подойдут, потому что они помещаются в банку. Ну, вот такой вот томат. Я еще раз покажу. Уже без Миланы. Ее укусила какая-то. То ли пчела, то ли муха. Урожай просто сногсшибательный. Веселого соседа. Да я же вижу, что такое, как жало есть. Сейчас будем его вытаскивать. Я думаю, этот ченчик укусил. Ну, будем уже прощаться с вами. До новых встреч. Семена веселого соседа можно купить у нас на сайте. В описании к видео есть ссылочка. Всем пока.